Ульяновске спроектировали снегоплавильную установку. Планируется, что это поможет решить проблему вывоза и утилизации снега в зимний период. По поручению главы города Александра Балдакина в МБУ-стройзаказчик подготовили проектно-сметную документацию. Первый этап предусматривает строительство снегоплавильной установки в Заволжском районе. Это снегоплавильная установка представляет из себя железобетонную емкость, погруженную в землю, вот, которая состоит из ряда камер. Первые технологические камеры – это приемные бункеры, в которые происходит загрузка привозимого снега. Бункеры перекрыты решеткой с ячейкой 20 на 20 сантиметров для фильтрации крупногабаритного мусора. С машин снег попадает в эти самые бункеры и орошается хозяйственными канализационными стоками. Температура последних от 14 до 16 градусов. В результате снег плавится, фильтруется. Мусор и смеси, которыми обрабатывают дорожное полотно, оседает в отдельной камере. Всего в Ульяновске планируют разместить две снегоплавильные установки. Их сконструировали по типовому проекту в Казани. Работы планируют завершить до конца года. Александра Никитина, Управда ТВ.